мастер из Хокстратена. Это имя, данное фламандскому художнику или коллективу художников, работавших в Антверпене в начале 16 века. Мастер создавал преимущественно религиозные картины и считался членом антверпенских манеристов. Личность мастера неизвестна, хотя были попытки связать его с Паширом Андермершем, фламандским художником, который был учеником ведущего художника Антверпена Ганса Мемлинга. Из-за явного голландского влияния на его творчество также предполагалось, что мастер на самом деле был родом из Северных Нидерландов. Это имя, мастер из Хокстратена, было дано художнику, историком раннего нидерландского искусства Максом Якобом Фридлендером по набору из 7 панелей, каждая из которых изображала одну из скорбей Богородицы, которые первоначально висели в церкви Святой Катарины в городе Хокстратен. Панели, предположительно написанные в 1505 году, оставались в церкви до начала 19 века и сейчас находятся в Королевском музее изящных искусств Антверпена. Мастер, возможно, был учеником самого Ганса Мемлинга, но в его работах также прослеживается влияние фламандских художников, таких как Герард Давид и Хьюго ван дер Гус. Мадонна с младенцем, святой Екатериной Александрийской и святой Варварой, которая сейчас находится в галерее Уффици, когда-то приписывалась Хьюго ван дер Гусу, но теперь считается работой мастера из Хокстратена. Антверпенские маньеристы обычно изображали религиозные темы, которые они интерпретировали в целом более поверхностно, чем фламандские художники предыдущего века, в пользу более плавной формы и обилия тщательно прорисованных деталей. Они также отдают предпочтение меняющейся палитре. Их композиции, как правило, шокируют взволнованными фигурами в экзотических, экстравагантных одеждах. Композиции обычно включают архитектурные руины. Более ранние работы включали готическую архитектуру, но в более поздних работах стали преобладать структуры эпохи Возрождения. Картины, кажется, сочетают в себе ранний нидерландский стиль Северного Возрождения и включают в себя как фламандские, так и итальянские традиции в одних и тех же композициях.